Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вечер, 23:55, новогодний прощальный Путин, 2023 год. Флаг России. Мы пьем вот, черноголовка без сахара. Вот, Леша, Жень, добрый кола. Спрайт. Ой, добрый спрайт, а добрый фанта. Так, вот смотрим по телевизору. Ну да. Начинается. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, парад завершается 2022 год. Все, он же наступает Новый год. Это был год трудный. Вот Путин и военные операции. Преданность. Вот. Место Спасской башни. Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий. Мы подключали еще. Они стали тем рубежом, Триколор ТВ, закладывает основу нашего общего будущего. Вот. Мама, кто еще будет третий? Вот еще мама идет. Пицца готовая еда. Выкладывает. Да, у меня нет тарелки. Миша, вот Путин и военная операция. Вот, у меня поставила одна вот черноголовка без сахара. Я тебя не удержу. Давай, садись. Так, еще снеговик, гном, еще укола без сахара. Сейчас я вам покажу. Вот, вот выглядит бутылочка. И сам камера. Снимай на 105. Вот на камеру. Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Это очень долго. 3:59, давай быстрее. Еще минуту. Давай. Вот новогодняя елка. Вот салют показывает. Вот ее гараж. Жень, вот бабушка Алла. Да? Уже 12. Итак, С Новым годом, с новым счастьем! Маша, все, начинает бить Новый год. Катя, бой курантов московского. А Гриши, ну-ка, Гриши. Маша, давай. Маша, чок-чок. А я не чокнулся с Машей. А я с Машей не чокнулся. Ну-ка, с Гришей. Гриша, до Гриши еще не успел дойти. Давай, Гриша, с Новым годом. Катя, ты чокнулся? Все. 23. Стой, Катя, давай с тобой еще. Соня. Соня. Все. Вот стакан. Все. Это было новогоднее обращение 2023 года. Всем пока, и буду распаковывать подарочки.